подъезду просто выйти невозможно, потому что варятся печи. Мы позавчера, наверное, начали утром выходить, а там оп-то они упали. Прям вот ну чуть-чуть бы. Домом падающих кирпичей называют свое жилище обитатели многоэтажки 8/49 по улице Хомяковой в Заводском районе. Активно разваливаться здание стало еще 3 года назад. Проживать здесь, по словам его жильцов, небезопасно. Я многодетная мама, живу с 3 детьми. На 3-м этаже последнем крыша текет, тараканы, крысы, мыши, кто там за стенками скребется, стены дранка, деревянные, кирпичи вываливаются, мокнут, в квартирах сырость, крыша решето, огромные диаметры дыры в крыше. Писали в прокуратуру, администрацию Заводского района, городскую администрацию, жилинспекцию, куча переписок, одни отписки. И вот в течение 3 лет мы пытаемся донести, что опасно ходить вокруг этого дома. С городской администрации мне пришел ответ. Берите, жильцы, кредит в банке и делайте свою крышу сами. Обитатели соседних домов-ровесников уже начали расселять. Жильцы же разрушающегося здания удивлены, почему их дом до сих пор не включили в список аварийных. Была комиссия у нас, это производила администрация муниципального образования. Дали заключение, что износ крыши, да, более 70 лет. Процентов. 70%. Проценты износа высокие, аварийность не признают, не ставят. Вот сделать надо фасад. Вот это все сыпется 3 года назад. Да. Почему это нельзя сделать? Это что, стоит миллионы? Нет, это стоит не миллионы, как нам говорят. Какие здесь миллионы-то? 3 таджика здесь сделают за неделю. С комиссией сюда приезжала по поводу наазина дыры над моим балконом. Он мне сказал, высотку нужно пригонять. Вы знаете, сколько это стоит? 1500 час. Часом не отделаемся. Сел в машину и уехал. Оно все уже отлетало. Оно отлетает. Вот. Оно все. Это сейчас у Валентины Михайловны тазик сухой. Как только начнет все таять, потопа не избежать. Ей не повезло больше всех. Квартира, в которой она проживает, находится на последнем, 3-м этаже. Когда много снегу и начинает снег таять, и вся вода у меня тут в комнате. Обязательно, еще в других комнатах так-сяк, а здесь вообще льется невозможно. И там вон кирпичи уже у нас с обратной стороны, они до того намокли, они все сейчас выпадают, и мы будем на улицу смотреть. Приходили комиссии представители с капитального ремонта и сказали, нецелесообразно капитальный ремонт делать. То, что все сгнило, несущие балки на крыше сгнили, прогнили все в грибах. Нецелесообразно. Хотели бы, чтобы признали дом аварийными и впоследствии расселения. Уже не знаем мы, куда обращаться. Ну, к Путину только осталось.